Про страничку. Сейчас мы нахуй проверим, блядь. Новый персонаж, блядь. Что, нельзя, а что, нельзя было 2ДК сделать? Нет, он был профильный. Стефаныч, твой шлем удаляется от тебя. Хуяли, блядь. Но второй целкашки-то не будет. В смысле, блядь? О, молив, а, ты не знаешь? Или... Будет убрать. Еще не знаешь. Он чё, охуел, блядь? Ну чё, он заебался. Ну, я вчера говорил, что так и будет. Что не, он не любит, уберется лукашку. Зачем, или будет ставить ее раньше. Я, ты будешь ролить это говно? Я прорелю тогда. Не, если ты будешь ролить, то и будет время. Да. Я тогда прорелю. Похуй, я прорелю. Короче, смотрите, расклад такой. Ульду и целка вторую убрали. Так. Вот. Целка на вторую, если очень захотите, можно самим собираться, но это не во время РТ. Там на боссов 8-10, блядь. Ну, смотря какой состав соберется. Можно половину пугов брать, типа половину своих, и уже норм будет. Короче, короче, типа я понял, собирать 8 боссов, блядь. Не, можно и на фул, типа, но закрыть, блядь, даже с пугами. Просто главное, чтобы у тебя... Да, но... с пугами на фул невозможно. Возможно. Смотри, я точно главное, чтобы тебе состав танком, хилов был свой, и танков. Да, вот и все. А с ДЭшниками это просто можно, не знаю, пачками ложить на жопу. Да, ложить их в пол просто и все где-то, где... Я могу в одну пойти хилом, в другую пойти, вот во вторую пойти... Не... Это... Для общего сведения, там манускрипты, реликвии, сегодня добавили 290. Только мы это не получим в ближайшие дни. Куда добавили? Подожди, еще раз. Ну, вендора добавили. Там, где какого... ДС продают, вендор с ДС. Стоимость одного манускрипта, реликвии, 3 воронки и 9000 ОД. Нихуя себе, они ебанутые. Только воронки уже 60к стоят. По 66. 75. Нам нужен воронка фарм теперь. Каждый день. Ну, воронка фарм будет, Войт сказал. Ну вот, вместо целкашки, второй и, блять, льды, можно тупо воронка фарм. Но есть одно но. Какое? Пока достаточно количество воронок не будет, чтобы мы свободно могли открывать воронки, он не будет выдавать. А, вообще не будет давать? Нет, он сказал, что надо хуйту давать, никому ничего не будет, аж сиди бегу. Можно, можно самому это нафармить, в принципе, но, блядь... Либо самим фармить, либо ждать, пока... На воронку фарм сходить пару раз с пугами. Может, что-нибудь выпадет с ролишь. Едем в комнате с боссом, еще не бьем, убить только два больших мобов. Понял, понял, понял. А вы уже там? Да. Что, сомонете? Нет. Потому что там локи есть. А ты что не напали? А че, нет, че не на локи? Ну, у нас два лока сейчас, я вижу, есть. Покрутил бы своих демонов, показал бы топ ДПС. Не, в Демон Локи, что-то мне кажется, Демон Локи меньше дает. Ну, смотря на каком боссе. Демон Лок. А, в смысле я хил? Я не хочу хилить сегодня, отстань от меня. Меня засунули, я понял. Так, ты вылезь нахер отсюда, ты тоже вылезь нахер отсюда, все. Уйди отсюда. А, блядь, уберите меня оттуда. О, ворохи. А кто меня кидает? А, в смысле, блядь, обратно, блядь? Бля, Рома, иди хиль. Мы тебе, ну, собираем, а ты мне дамажишь, ты прикалываешься. Кто опять нас... Не, наебали, нельзя делать второго ДК. Ну, просто они говорили, типа, сами, если вот этих, этот их ролик, итоги месяца, не сказали, что можно. Ну, я... Баг, они не пофиксили его за месяц. Это гучий баг. Я только что попытался, нельзя. Они написали, что на второй странице можно, но нельзя, ни у кого не прок. Это баг. Они уебки твои просто. Просто они эту хуйню вели, и прошел месяц, они до сих пор говорят, что все работает. Но нихуя не работает. А, ну это дефолт. Это дефолт. Я сейчас, я, блин, сдохну из-за вас, я вам всем бы втащу. Скажи, а то... Пойди в игру поиграть, нахуй. А шо у нас тогда место второго ульды и целка? Будет больше актуального контента и воронка фарм. Да. Чтобы люди другие не видели, что у нас, блин, это... Пикните по шкафу. Ну, да, грубо говоря,
Целка с пугами, блядь. Ну, блядь, ты забыл? Нет. Валька 9. Валька, сколько там? 2 часа? Нет, спасибо. Ну, единственное, Лави сказал... Гоша, я как вспоминаю нашу целкату, которую мы с тобой собрали, блядь. 4 вайпа на ребре и ро, нахуй. Ну, мне плохо. Да, поэтому, Костя, ты хотел сказать? Единственное, я сказал Войду пересмотреть стоимость ЕП за либо за эти гемы, эти хемы, либо уменьшить стоимость ЕП за ульду, потому что стоимость ульды сейчас равна стоимости 3 ЦЛК ХМ на фул без джайны. Нихуя себе. А это ненормально. Инт, который проносится за 1.5 часа, или ЦЛК ХМ. Так он на ульду не приходит, смотри, вот если ЕП тут больше всего типа даю, да? Ну, типа, смотри, что за хуйня, ну, ЕП, ну, как бы, на ульду народа вообще нет. Так, ну, ребят, типа, давайте посмотрим всех кого-то. Люди еще просто не видели новую стоимость, нахуй. И погнали. Ведь у нас куча людей не смунено. Ну, я, кстати, тоже еще новую стоимость не видел. Ну, я тебе сказал, ЗС, первые 4 босса по 50 ЕП. ЦЛК 25 ХМ без джайны 600 ЕП. ЦЛК обычка фул 300 ЕП. ГМ, ХМ и ТТГ 25 по 300. Ничего так мало. И ульда 1600. Ну... Так, все, всех суманули. А, кстати говоря, босс в ВК столько же ЕП дает, сколько босс в ЗС. Все, все здесь. А что, кому-то машину можно сесть? Нет, ты води. Ты что, там водитель? Еще один стоит трофейный разрушитель, Control D, если у него места нету, сядьте. Блять, ну... Я вот пасифейсил уже. А, подтягивайте. Хотя не тренд. Сюда. А мы в обычке бьем или в хэме? В обычке. Это обычка. Сбейте ему каст огненного дыхания сзади, блин. Ну, у меня не сбивает машина только. Шокером. В жопу прям ему. У меня нет шокера. У тебя должен быть второй. На двойку подъезжаешь ему в жопу. У меня противовоздушная ракета, блядь, выстрел из пушки, нахуй, и генератор же... Что? Это должен делать водитель сам, а не пассажир. ГГ? Ну да, ГГ хули. ГГ мы... Я была в обычке только. ГГ мы проебали. Опа, голова на ДКшник. Глеб, ты тут? Отойду на 2 минуты. Блять. Давайте без шмот в конце разролим уже, разберемся, нафиг там сейчас это быстренько. С этим шмотом, блин, будто, не знаю, бисовые шмотки на вас всех. Быстрее закончим, быстрее все разролим и все, и пойдем в этот гэм. Утром килла, стой нахуй. Поехали. Так, ворохильник, романтик, оп, мой лав, все. Быстренько дайте льбаф, все. Погнали. Все, алло, пойду. Вагон на мордауне, откуда чешка? Блять, вы куда спулили, нахуй? Нормально, нормально, залетай, залетай, там зайдешь спокойно. А, ты не зашел еще? Нет, ты зашел уже. Бля, ебать подстава, это что, 2 боешные шапки? Кошмар. Да. Сука, я на трансмог хотел. Вагон на аукционе. Вагон на мордаунте, блядь. Ладно. Мысли вагон на мордаунте, схуяли. Откуда чешку взял? Откуда выбил с обычки с РС-ками? Я же говорю вагон. А, я понял, блин, бичара без чешки, но без слегой зато ходит, я понял. Спид-вагон. Еще раз. Ты кому, ты на кого базаришь? Еще раз.
На кого базаришь? Еще раз скажи, повтори. Да-да-да. Плохо слышно. Пиздит, блин. Твоя совесть, Мордаун. А ну, повтори. Нету. Если ты моя совесть, то это прискорбно. Жопу свою не соси. А вот это же моя совесть. О, блядь. Проснулся, ебать. Здоров. Здоров, заебал. Здоров, заебал. Абаема, бля. Не-не-не. В натуре, бля? Что за косплей хукмастера? Ё-моё. Это вообще-то Казахстан, казахстанские акценты, блядь, подъехали. Next KZ. Плюсуйте на РТ. Вов, май лайф, захитите кто-нибудь? Сейчас человек просто откинется. Да похуй. Ты чешка есть, сам справишься. Ля, как Серег, он обиделся на тебя теперь. Вы чё? Вы сейчас во всем решили меня оба, да, это чмырить? Скотина такие. Он за долгоногу, ты за чешку? Все, давайте, фулл ДПС, нет, дуру. Натурил? Нет, бля, я пошутил. Бей в атаку. А если не фулл ДПС, то что? ГП 10 тысяч. Вот тебя уже Вилаш обгоняет, ты чё? Хорошо обгоняет. Тебе просто повезло. Куда обгоняет? Дайте боб по заханчу. Я спрошу, куда обгоняет Динова. Я по тебе сейчас боб дам. Дайте боб по заханчу кто-нибудь с Владимиром. Подключите Мордаунту микрофон кто-нибудь. Я понял. Там будешь сюда садки блять рейдить. Пускай не пиздит тогда. Блять, ладно, я запомнил, ты будешь осколки собирать. А шо, блять? А ты ему хоть один засол собрал? Ты мне... Я рейд собрал бы тогда, он, блядь, завзял, кто холи паладина, блин, Песенкова, блин. Чё это хэпала ты тогда взял, если что, держу а тебя в курсе. Взял ты вообще-то. Ты хэпала того взял. К сожалению, это сделал ты, сам сказал. Ты это сделал. Да-да-да-да-да, и тебя отмазывается, блин, с этим. У тебя пруф есть? Два живых жара. Да, есть видос. Всем ку. Здорово. Здорово. Чё, слоты есть? Здорово. Есть, еще два слота. Еще два слота. Лава, алё, куда мой лут ушел нахуй? Теперь ты не лутаешь. Девочки, алло. Не лутаете. Ты что, пьяный, Мордан? Есть, когда уже был пьяный. Он подъезжал. Женщина, я не лутаю. Женщина, я не лутаю. Хватит улыбаться. Куда я, блядь, зашел? Мятежки и... Так. А это называется Мордаун пьяный, блядь. Этих мобов не пулить, ставим шкаф. Я что-то брусники на травах навернул. Брусники на травах? Это да. Как? Может, боярышника, блядь? Куда полетели, блядь? Вы чё, глухие? Я сказал, шкаф ставим. Сумоним шалтиры, сумоним сильные. Да сами нахуй прилетят, сами, все сами летели. Так, чекайте за ханчу, два рана пустит обратно. Ты сейчас летаю, как нихуй делать. А, где там? Что ты летаешь, блин, у нас за халы, сейчас мы тебя найдем. Анонс для тех, кто не слышал. Второй ульды и целка не будет больше. Вместо этого будет больше актуального контента, воронка фарм, стоимость рейдов тоже уменьшена. Целка обычка 300 ЕП, ГМ, ХМ, ТТГ 25 по 300. А, дайте его в каст. Потом ЗС, первые 4 босса по 50 ЕП, Каратре 100, Вайше 300. Молодец, вот. Котя, ты случайно у Вайда секретарем не подрабатываешь? Вайше. Я говорю, что потом не было инцидентов, нахуй. Потом будете сидеть, блядь, и охуевать. А чё так? Мы уже будем охуевать, потому что средств 25%. Понял, да? Второго яростня Локи в изгнание, дайте ему. РСК. Гер. 500 ЕП. ЦЛК ХМ 25-ка без джайны 600 ЕП. Ульда 1600. Ну а что поделать?
Ну, это то же самое, как у нас в начале было. Просто цифры поменьше. Свели, залили эту всю дуру. И максимум ЕПшка, там сколько она, 1015, максимум 20 будет копиться, не больше. И то, если вы переучете то, что, блядь, все ты будешь посещать круглую неделю на РТ. Если одну-два РТ проебал, нахуй, все, ты в минус идешь. Да похуй. Слава, ты здесь, войск. НДДшники, сейчас все узнаем. Я тебе еще раз говорю, пересмотри стоимость ульды, либо целка ХМ. Так, все НДДшники в лужу забежали. Вот в лужу забежали. Сейчас его. Куда вы там, блядь, стоите? Некромантики. А, я тебе говорю, вот магия. Это неравносильно. Ставьте и в лужу забегите сюда. Инст, который проносится за полтора часа, или целка ХМ на фул. Маги, Локи, станьте ближе в лужу. Да, там только ЕП дают в 3 раза больше, чем за целках ХМ, а так у него. Где я, блядь? Ты в ковше, скорее всего. И кстати, стоимость того же Т5 можно тоже чуть снизить. Прохили, прохилите. А так, жара будет больше актуального контента и воронка фар. Ну то, что надо для гильдии. Что одевать бичей левых. Еще из новостей там добавили манускрипты, реликвии и прочую хуйню. Да, три воронки, блять, надо. 290 уровня. Три воронки и 9 ПВД стоит. Ну, кстати, для протопала нормально. Там же, где все. Там для всех охуенный. А ламаунт это кто был? ДЦ наш. Ой, это для ретрика. Посмотрел. Тоже как бы неплохо. В смысле не наш? Он линул типа? Постоянно висеть. А Войт его кикнул. Все, идем на этого робота. А чё так? А я хуй знает. Просто во мне разошлись, блять. Когда треш будете заливать, не спульте босса. Ну, я хуй знает. Обмен, кидай. Это рофл, блядь. Чё, ламаунта кикнули? Да. Рофл то, что у меня ДЦ был. Он мне сейчас сеть выписывает, блядь. Тебе в личку? Ну да. Возьми гильду? Ты... Нет. То есть, подожди, то есть если я... Я-то ловик, какой нахуй возьми в гильду? Я был готов заниматься теми вопросами, блядь, теперь я нихуя не буду заниматься. Роботов из-под куполов выводите. То есть, если, скажем, меня, например, кикнут из гильдии, я могу сидеть у тебя там, а всякие писать хуевина? Отлично, я запомню. Нет, он мне типа не это... Он просто мне сказал, как было, и все. Лол, я в ахуе вообще. Что, блядь? А потом удивляемся, нахуй. Че, хилов нет, блядь, еще кого-то нет на важных боссах. Ну, хилы взял, как все было. Техника. Миральца, вставай и тэпайся в кузню. Ну вот в гильдии, по-твоему. Пока. Ну вот почему. Так, а, блядь, ты откуда знаешь, что он мне только что сказал? Блять! Ты то есть утверждаешь, нахуй, и не знаешь, я тебя понял. Давайте самое потом уже после рейда тут. Ходи сейчас. Он мне написал. Ребав, дайте пометным, кто был. Так. Подожди, Юль, пока это сейчас эта эмирация добежит. Если не устраивает, то, конечно, никто никого не держит. Ну нет, он мне не такое вообще написал. Спор вышел из-за того, что он не видит актуальности Волонира, ему нахуй это не надо. Ну и пусть не ходят. Ну это его мнение, как бы. О. Никто же не заставляет. Ну, он мне так и написал. Он в ЗС Волка ходит, и ради бога. Он меня кикнул за то, что у меня другое мнение. Ну, я в чате увидел, это так и было. Не... Тут кик произошел больше не из-за мнения, а из-за того, что если он не будет ходить на те
рейды, которые нужны. Ну, все, он только про Ульдуар сказал. Для одного удара, блядь, нам более-менее чем хватает людей. Да как тирания уже, правда, выглядит. Мнение отличается, все, до свидания. Ну так, блядь, так и есть. Сферу дайте. Че, у нас шаманов нету, блядь? Охуенно. А, есть. Сделал себя герл. Есть у нас шаман. Он мне так и написал. Мне нравится, выйди из рейда. За то, что не согласен с его мнением насчет волониров, все. Норм ДЦ был. Вот именно, ну, блять. Норм. Искру жизни ловите, гордится бомбу. Кто говорил? Искру залейте, я тебе. Не прищиты, потому что у него отличается мнение по тринкам? Нет, не по тринкам дело. По его плейстайлу. Он сохнет. Он сохнет. Да какая, как он хочет, так пусть и играет. Это, блять, его выбор. Дело ну, да. Не в том. Ну да, конечно. Потом вы спрашиваете, почему у нас просадки по КПС идет там. Да, и когда такое спрашивается. Да, блядь, главное, чтобы эффективность не подрывалась. Ну, хорошо, хорошо, если вас хоть раз попросит у тебя ПС-ку, я скажу, блядь, я ПС-ку буду ходить от себя и ходить от молитвы исцеления в районе. Он, кстати, ПС-ку единственный, кто мне кидал, и самое интересное в эти, ну, в ЗОшке, то есть как надо. Почти каждый рейд, почти каждый рейд, я бываю, посмотрю по ДТЛзу, в него эта ПС-ка сидит на нем. Считай, не, ПС-ки он мне по КД кидал тоже. Ну, это может быть, блин... Было, когда... Это у вас какое-то предвзятое мнение. Это не предвзятое мнение, это мнение как раз... Это даже не мнение, я это... тоже хз, чего вы накинулись? Человека? Ну, если человек его слушал, как бы, хотя бы... Хуй знает. А не вот такого... Нормальный было, чел был. Был. Почему это был, он и есть? Ну да, особенно, когда занимал твое место на гидросе и тебе где становился в твой, в нет, твой в этом фрейм. Плане, пожалуйста. В этом плане пофигу, честно. Ну, просто тогда точно был, блядь, нормальный. Блять, ну, с таким отношением мы нихуя нормальных игроков не соберем, блядь. Никогда. Деваем, кикаем. Ну, блять. Сколько людей к нам пришло. То есть забыли, да, людей, которые пришли к нам, посидели у нас в гильдии, там, не знаю, месяца два и кикнули, потому что знаешь, да? Вот так что у нас происходит. Ну, у нас еще, блядь, разные случаи, не актив, типа, и просто спор такой, знаешь, о вещах и о рейдах, но... о каких-то второстепенных. У нас еще происходит набор в гильдию, знаешь как, не как вот более-менее вот в личных гильдиях. Ну, мы сейчас обо всем поговорим, мы же вот конкретный ну, пример давайте. Просто разговариваем. Хорошо, например. Конкретный пример, мало. И хорошо, напряжно, вы, так сказать. Вы говорите хороший хил, хорошо. Да я ничего не говорю про его хиловские способности. Хорошо. Мне не надо доказывать, что он хуёвый хил. Он просто приходил на РТ, он нормально вроде хилил, блядь, и занимал место. Ничего ну, ДЦ, я не видел. Хил, ты даже если вот возьмешь хила, сделаешь ДЦшник, это такой хил, типа, чтобы это... дело в другом, дело. Ну, ты можешь, другом. Я говорю, скилл свой доказывать там на каком-то форуме. Мне похуй вообще, как он играл. Он типа хилил, все нормально, вроде претензий. Я не слышал в рейде к нему именно. Почему ты мне сейчас доказываешь, что он уебан какой-то, а не хил? Просто типа, умеет, ну, факт ну, ты сейчас, типа, мне пытаешься доказать, что он, блядь, просто не умел да. хилить. Да, по факту он на ДЦ. Ну, нахуя тогда хуже, он в рейды вообще ходил? Типа, проблем не было? Да, было 5, не там, было, да, были проблемы. Не было ДЦ. Ну, я и говорю, как бы это, ну, незаметно. Ну, триплёха, да, не умел ДДшить, не умеет там ДДшить. 8к он давал, да? Это было заметно, 264-й гир. Типа, а тут он на ДЦ, типа, хилить не умеет. Ну, что вы мне рассказываете? Ну, раскидывал он щиты, раскидывал. Мне просто это, ну, меня это за живое задело, потому что мы, я только начал играть на серве, и мы ушли из гильдии, потому что РЛ также поступал. Он, типа, только от него какое-то мнение отличное, неважно по какому вопросу, он тут же, блядь, кикал. Мы все собрались и ушли от него. А ты в какой гильдии до этого был? О, блядь, я уже не помню название. Высокомерен был у него ник, друид. Знаешь, Патрикон, если это бы было он сказал бы раз, типа, вот я ненавижу у тебя. Ник блядь. Подходит. Как бы дерьмо, а не каждый раз выписывал вот эту как бы хуету, типа, вот я считаю, у него не раз это было, типа, ладно, раз сказал, чё, и Аиша одна потанчит. Мнение, но другое дело, когда ты выписываешь постоянно, практически в любой удобный момент для себя. Да, типа, блядь, ну... Ну, типа, знаешь, я тоже... Человек знаешь, так выражает, блядь, свое мнение. В отличных отношениях, вон, я писал пару дней назад, вон, он в РБК мне там наблюдил, накосячил. Я точно так же, ну, погорел, написал, но это не значит, что, блядь, я его полностью в игнорке, да, и все, в рейды мы нормально с ним ходим, он ничего плохого не делает, по-моему. Вам это просто незаметно, но я не против него, я
Я типа нейтрален, но я просто говорю, что он делал хуйню. Но это похуй. Но он хилил, но и хилил, окей. Пусть с ним. На все мозги не нужны. Там просто нужно главное грамотно кинуть и все. Что тут да, блядь, ну просто... Типа то, что хилл? Не, мордаун, если бы ты просто на каждом РТ мог, да, факт в том, все, что проблемы бы не было, а так у нас, да, нет лицензии, потому что его ливнули. Ой, ёбаные конфликты, нахуй. Конфликты просто, всегда типа, будут и есть. Ну, не развивать эту тему, когда нахуй это возникает. Разбежали, ренжу набрали быстро. Нихуя себе, вы бы сейчас видели цифры, нахуй. Твои? Да. Сколько, говорит? Правосудие, сотка, нахуй. Я тоже так делаю. Иногда. Ресните, а алё. А чё мы сегодня ключ зачем? Будем делать? Ладно. Рисайте, алло. Сейчас, я с вами подождем. Мэтфокс уже рисает, спасибо. А пошлите сегодня воронки фармить. Чур, первые три мои. Нормально ты придумал. Ну чё, нормально. Ладно, тогда первые шесть один, мои. Один говорит, блядь, давай. Нет, как это первые шесть твои? Первые три мои уже. Один говорит, блядь, давай, мне нужно Т10 апать, давай похуй, там хоть не на мой класс печеньки, все равно Т10 апну, блядь. Второй говорит, давай, воронки фармить. Кому диск дать? Себе оставь. У меня уже есть. Я релокуюсь. Сейчас буду. Запомните, тваря. Ну, тварь. Помним. Запомним, тварь. Тебя запомним. Запомните, тваря. Напомните, тваря. Может быть, ты. Запомните, тварь, я забыл, напомните, тваря. Ну вот, я же говорю, запомните, тваря. То есть там этот в мобе валяется этот пояс. Бля, классик. Что? А, ты забрал уже, да? Все. Это же он юзает диск, нахуй. Пиздец. Спасибо, папаша, нахуй. Поставьте шкаф, смените хулидринку, я тебя представлю. Надо смануть. А чё, второй ульды не будет на неделе? Не будет. Что? Не будет ни второй ульды, ни второй целка, бычки не будет. О, да, ничего себе. Так что грамотно подкастывайте. Больше актуального контента будет и воронка фарм. На воронка да, ну фарм нахуй. Приходить. Там, Лёха, я тебе так скажу, на все три спека манускрипты, блядь, охуенные. Ну, я хилом не играю за паладина. Хоть на ретрика, хоть на фолика, руку. Правую руку сычнули все. Все обратно в туловище. Просто если этот манускрипт взять, допустим, в ДДМ, я меньше ударом Войны Света буду бить. Ну, в данный момент. Ну, как бы, мне да, манускрипт... желательно прям. Манускрипт подходит что для Т4, что для Т5. Ну да, ОБС. Ну, это рисованные, они так их и делали. Чтобы они под их рисованные сеты подходили.
Так же самое для прото. Так они 3 месяца манускрипты делали. Вот оно что. Ну, они, наверное, стык 2 готовые были. Вот оно что, блядь. 3 месяца манускрипты делать. Ебаный рот. Пресс заливайте, пресс-вичнитесь. Одновременно надо залить. Постана дадим. Не успели. Сказал одновременно, блядь. Вы слушаете. Да вроде они одновременно сдохли, не? Нет. Ну ладно. Так, в этот момент просто кастить начал. Так, проверка на бичей. Кто активирует снег, тот бич. Так мы уже выяснили еще в прошлом КД. Так это новая проверка. Это повышение квалификации. Да. Бича. Да, да. Большая просьба не вставать сугроба. Да поди хуй, все равно встану. Кто-то специально встанет, блядь. Кто-то я случайно, блядь. Вон. Вон, тролл Дэн, нахуй, блядь. Я сказал же заранее, после того, ёбаный рот. А у него это, периферийное зрение отсутствует. Ой, блядь. Я же говорил, либо кто-то специально встанет, либо кто-то, ну, не услышал. Подаю еще раз, сугробы. Да не первый раз вроде. А все, забей хуй, забей хуй. Сугроб, блядь. Нет, да сугроб. Похуй. Да похуй, забей, блядь, уже. Написано, сугроб, не встаем, не идет. Вон, например, этот самый, сейчас специально, а там он не рабочий, кстати, тут снежок. Он знает. Соси, 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 блядь. Это просто повезло, бывает такое еще багается. Он, блядь, с гелем, я будем в геру, блядь, там увидеть. Кто, сука, сагрил, блядь, сколько там у них? Здесь сейчас, наверное, прямо вот, дыр, вот, там, в ге- дыр, вот в гере, вот в гере, нахуй, за снежок можно ГП давать, блядь. Да, так. 10 лям, прикиньте, 4 просто, блядь, червяка по 10 лям заливать, ну, охуенно будет. Гульдуари, воронки, что? Там первый элементаль падает, по-моему, нет? Элемент? Первозданный элемент называется. Да. А нахуя? Фарм. А нахуя этот первозданный элемент нужен? Для чего он вообще? Для ну, блядь, наверное, ред какой-то для чего-то нужно. Для АПА Т5. Сюда, блядь, так я же интересуюсь, блядь. ЗС какой-то будет. Для АПА Т5 печать титанов вроде нужна. Нет. Там, наверное, 3 вот этих первого элемента надо будет, нет? Ну там же 3. Первозданный элемент 3 штуки АПА до Т5-2, а печать титанов АПА до Т5-3, да? Да. Нихуя себе, блядь. Я здесь. Не хватает кого-то. Ладно, вспышки за этим. Некроманка. Вспышки за этим прям. Мне вот интересно, а нахуя они в Т6 сделали 8 кусков, блядь, вообще? Вот? Ну, ну, потому что, вообще-то видимо, есть. Оно а? Так и есть. Так и есть, ну. Они же его просто адаптируют, так сказать. На ужин. Они делают новые. Лет так через 20. Столб света подведи. Столб света стали все ДДшники. От лужи отошли, стали этого ДД. Вот, сзади еще столб света. Пойдем дальше. Мэри осколок с Хадира падает, отвечаю. Что там упало? Ну почти осколок выпал. Так а чё шли бы на группу кида и всё? Роль тебе сразу закину. Воин-охотник-шаман. Ещё двое на замене. На стресс и канцелятор. Напомните, твари. Войд же просил запомнить, чтоб потом напомнили. Скриншот лучше делать. Разбойник, обычно закидывается в пати с крыльцем, по идее. Викосифилис. В начале рта. Че тут будем убивать, да? Ну, допустим.
Давай плюс один сделаем. Вау. Слышь, Фагро? А что там знать, блядь? Плюс один сделаем сторимом, да и все. Здравого мысли, я думаю, хватит. Ну, просто. Ачивку хочет. Аресты на себя все дали, Античу. Окей, босс. Подъебал, отпали. МС Пок здесь. Кожаная голова. Кожаная голова? Там, может, что-то надо, пишите сразу, говорю. А, можешь не сюдать на распу. Мне все можно. Не-не-не-не-не-не, тебе нельзя. Ну как-то нет. Я запрещаю тебя. Кидай обмен. Не может быть такого. Если нельзя. А, нельзя. Да. Я запрещаю тебе срать. Осуждаю. Я запрещаю тебе запрещать. Да. Какой контроль? Пусти меня в комнату. Чего контроль? Здесь инсковыванием или контролем? МК, дай по нему. Мы контролем. Ну все. Они котеньки похожи. Вот все. Короче, ебал я в рот, у меня перекур. Поди сигареткой. Кого с собой забираешь? Я иду с вами. Могу. Не в натуре заебал. Костя, а сколько там за ТТГ ей подают? 300. Геймхэм 300. А. Метки на полу имеешь в виду? Ну конечно, да. МК обнови. Ну, поставил. А? Блин, так я не скоро буду. Так я думал, ты пожаришь. МК. Знаешь? А ты будешь ездить? Хорошо. А когда жарить будешь? Разлейте лужу под мобом, сейчас это я с МК его выведу.
Я отошел на минуту. Да. Ой, блядь. А кто в комнату идет? Ты не идешь. Ты остаешься. Ладно, я, видимо, зря спросил. Да. Сейчас все в центр, все в круг. Все в круг. Кто на арене, все в круг. А молнией дубасить будет. Ля, он из-за бомжа не бегут в центр, блять. Он не обновит сейчас? Обновит. Ой, я не знал. Сори. Убейте бомжа. Я его сейчас съем. Право. Не знал, что так работает. Скверно он все поглощает, блядь, ну что, охуя? А их сюда нельзя отвезти? Че, померли, что ли? Да нет, мы успеем. Еще полторы минуты. Или кто-то что-то не дотягивает нас. Или недопонимает. Да задержались в первой комнате. У вас 10 минут еще. У вас еще дохуя времени, успеете, чего? Ну. А, тут такой гир. Run away. Берега брать надо. Войт, а ты волонир доделал? Нет. Два. Четыре. Один в рюкзаке лежит. Не, просто вторую льду отменили, ты типа будешь потом уже после Вархеля это делать? Понял. Ясно, понятно. Четко и без лишних слов. Я почти собрал. Сокрушу вас всех! Это невозможно! Торим, не сомневайся! Твоих врагов ждет ледяная смерть! Че, Геру? Думаю, да. Дайте Геру. Стелси в дискорде? Можно, пожалуйста, Геру. Зрителям не похуй. Кера у меня в крови, блять. Внутри она, блять. Да. Да ладно. Наоборот, одобряем. Сразу видно, закан очень знает тактику. Почему? Ну, стоишь по-уебански. За тебя цепуха сейчас меня ебанула. И во всех. Знаешь что? Спасибо, Заханыч. Пошел-ка ты нахуй.
Похоронил пацанов, да? А в геле ты был вайп. Я ебу, как, блядь, там с ним стоять, блядь. Медликов дохуя. Распределиться в левую и правую ногу. Сложно так. Типа он бьет цепухой, блядь. Ну, еще закроют, блядь. Не, я тебе так серьезно вещь. Вот так вот на драконах умираешь, блядь. На каких драконах? А. На всех, блядь. Геру также будешь просто вопрос. Бичи умерли, да? Ну вот когда будет Гера, тогда уже будем разбираться, нахуй. У меня обед по расписанию, я еще не купил. Зачем разбираться в Гере, когда можно здесь учиться? Элементарным вещам. Зачем разбираться в Гере, если она начала это. Ладно. Хо разбираться, если надо научиться играть, в принципе, по... Масрез дам. Спасибо. Нах, вообще играть можно, открыть пиво, блять, пойти на полгород. А сколько там, вот вы говорили, новые печати и всякая хуйня? Три ворона. Три ворона, 9 КОД. Ебать. Ебать там, блять, в похороны нахуй. Нет, заканочь просто срал высокая колокольня на этот Ульдуар. Это да, это да. Это да. Осуждаю паладина. Ну он нахуй ты дошел тогда сюда. Нахуй тогда сюда шел, потому что ЕП. Я повторно взял. Я у него повторно взял, он пол трел. Да, бля, пристав с полом 51. Там дали только воспалитель. Даруй мне силу! Надели мои ткань пузла, конечно, написали, что типа функция взята из какого-то воспалительного. Ультрапрыст, обмен кинешь на пуху. Я вообще не хотел его на КТ отправлять. Вот, но Штырков такой, типа, что, мол. Говорит, мне узел не нравится, давай отправим. Ну хорошо. Ну хорошо. Это что-то сейчас на медицинском было? Чего? Узел? КТ? Ну он типа онколог, блядь, поэтому... Томас Каша? Да. Так вот почему такой токсичный? Ой, блядь, за токсичность кто бы говорил. Да. Что это за какие-то намеки? Я не понимаю. Да нет, из тебя, блядь, я, ты как гадюка, блядь, ядом прыщешь, нахуй, блядь. Ой, это клевета. Это? Схуяли это клевета, ебать. Обосрали чайка. Это, ебать, чистая правда, блядь. Чище не бывает, блядь. Клевета, боже, провокация. Не, нихуя, брат. Я никогда даже никого не дошил. Слава и... Да-да! А подписывай там, где будет воронка фарм. Ну, посмотрим. То есть, ну, ты собрался воронка фарм? Короче, когда нет народу, фармим воронки, да? Нету 15 тел фарм воронки, нету 20 тел дел фарм воронки. Нету РТМ на фарм воронки. Короче, не будете приходить на РТ, люди будут страдать от фармить воронки. Ну сейчас как минимум каждому по 3 воронки надо. А ты на как один спек. Ты как мне 6 надо. Вот тебе. А, ты еще в хила, что ли? Все, пошел ты нахуй. Ну, тебе на ретрика и на танка. А, ты имеешь в виду воронок 6? Да, 6 воронок. Так же, ну. Блять, нахуя они тут вот эти воронки, блять, придумали, сука, деганы, блять. Чтобы ты дольше сидел, играл в их игру. Чтобы ты не закинул. Нахуй называется. Ну, и это тоже. Чтобы что еще раз? Донил. Да бабки, на, бабки донил. Донил. Беги, ты типа сидишь, дольше играешь, типа дольше тебя начинает это все заебывать. Это такой, блядь. И ты начинаешь то бабки вкладывать. Подожди, то есть когда они открывали Т4, у них не было такой мысли, чтобы люди вкидывали бабки, я правильно понимаю? Было. В принципе, все сервера, которые вот именно завязаны на ПВЕ контенте, на фоповые контенте, они идут с отчетом на то, что ты в конечном итоге будешь заливать в них банк. Ебать, ты удивил, потому что игра это бизнес. Тем более пиратка. Да. Бесплатная. Ну, а ну, если бы они как бы за, ну, плату брали. Серьезно, нет, это я, просто бизнес-проект. Я к тому, что типа на Т4, типа, ну не надо нихуя там ни воронки, блядь, там ничего, типа, ну просто... Ну типа, так они да падают. Да один хуй, если у человека мало сколько времени... Ты её выпить, попробуй, как бы, да, за ничего. Он не захочет это все фармить, блядь, он просто купит. Я тебя услышал. Там треплёха отойдет минут на 10. Это игра условно бесплатная.
Ну, бесплатная она в плане скачивания, типа, как бы, считай, под... А платная она в плане уже продается. Ну, Сузин, ты еще и майнер какой-то скачиваешь. Можно играть бесплатно, если есть один состав, который никогда-никогда не ливает, и он никого не кикает. Если он одевается правильно и грамотно, по консулу половину, половину ПП, ПП, то тогда это своему контент на изи. Костя. Я не знаю тактику. Тут хорошо ее исполняю. Да я... Блядь. То, что ты сказал, потряси нахуй, это невозможно. Тут контент открывается нет, такой, что ты его не можешь закрыть нет, без флота с этого босса. Нет. Я же говорю просто про учим, про саму бесплатную пиратку. Ты где там в кафе? Да-да-да, здесь где-то. Да, я нашел ее, я смотрю, в какой пати войт сидит. Ой, туда тасуйте, нахуй. Все под грибы. Из... Сейчас это вышли. Сколько, я тут лут собираю, мне... на меня лучше света ставят, пидор. Осуждаю. Да, Леонар, залейте. Ребят, удар убейте. Да, Эльдар, убейте. Так, все. Деревянный опекун, ебать. Да, древний, а не деревянный. Можете не дамажить босса. Нет, он деревянный. Деревянный-то ты у нас. Он деревянный, блядь. Не, ну по факту, блядь. И под... Вы только тратите ману и проки свои дамажа босса. Да, ебашьте его. У него... Кто там? Блэс, Слава, и подумай насчет ЕП за воронка фарм. Незначительное количество, но... Ну хотя бы соточку такую чисто символическую. Милики аккуратно, они... Так, заливать их по очереди всех, не так. Я ебал, я их вообще трогать не буду, нахуй. Да, лучше милики уйдите, пусть уже заливают, и сейчас просто всех пошотайте. Из выше, из лучшей. Ингран, ёпта. 100% бурик утонул. Я друид. Ты все просто зашел в это. Даня. Иди нахуй. Спасибо. Кстати, а там же все, кто не видит, там 840% эффективного лечения идет. По ней. Так что. Вы хоть что дамажите, что не дамажите. Железные корни на мордах. Да, да, разбейте. Да мне это пофигу, господи, я сам их сломаю сейчас. Палкой? Кресты вообще могут наломать их. Вот тени все. О, и тем более. Мне сейчас все пояснили за этого ШПФ, ПВП. Я ПВП? Этих вместе свели и залили вместе. А нахера тебе в ПВП? Лучше бы ты в ПВЕ преисполнился. Да я в ПВЕ настолько преисполнился, что, блядь, меня... Меня заханить. Мне, походу, снова придется это самое... Древнего духа воды подведите, Кавилаша. Залите вместе. Я сейчас кольцо выбил с Зломана на ходе приста, так что вообще... Бля, вчера Зломан кастерский был, нахуй. Вчера я на кастерский был. Нет, вы на фулл, кстати, закрыли? Да. Можно будет завтра закрыть, наверное, Карл, просто завтра Зломан. Я так понимаю, Зломан уже стоит, Ванька. А как же ссылка 10 гир? А, еще ссылка 10 гир. Я так понимаю, Зов не упал. Нет. А Зломан, типа, на вторник? Да. Не, вторник я не смогу. Ну, будьте без меня. Надеюсь, я смогу подлезть? Только на выходных. Снова их получат. Коти, видите, типа, если вы найдете ДЦшника вместо меня, то пожалуйста. Не в эту пятницу. После этой пачки можно дамажить босса пробовать. Ну, смысл не снова, типа. Там, когда планируете ту ЦЛК или Карл Хэм, тоже ставьте. Люди видели, мало ли, пацан. Я ног сделаю. Лётчика, зайдите последнего. НР, зайдите все. Правильно помер. Рано еще Фрей нужно. Нафиг во Фрей ебашьте, вы че, блин, там все. Ваша. Линка не кольцо. Кольцо линкану сейчас, дожди. И тебе прям рейд линкану его. С духом, СПД там что-то. Здесь никакого леса, но поначалу хорошо очень. Ну, шпешки, значит. Это сундука, которая падает, да? Да. С прикол меткости можно взять это кольцо. И зажигать выпало, смотри. Под грибы заливайте дуру эту.
Я понял. Нара, залейте. Что, тебе нужно это кольцо? Нет, плащ и кольцо. И плащ вчера выпал. Да. Ну вот сходим. Вчера вообще кассерская вся хуйня бисовая упала. Может, после РТ сходить куда? Ну я бы за ламан тогда, если западен, я бы с шамана сходил бы за ламан. Да, Леру бурстим эту хуйню. Там с этого сакилзона, блять, это падает. Может, целка десятку снесем, потом за ламан. Ну, хз, целка десятка надолгая. В смысле, так не фул. Плюс 5? Плюс 8? Плюс 7. 7? Ну, если это не плюс... А, не, плюс 8, плюс 8. Плюс лана. Ну. Да не, ну, если лана нужна, да снесем по-быстрому, пачку нормально. Потому чтобы уже заранее были люди готовы. Я бы шаманом хотел сходить, а шаман у меня такой бичерский. Ну туда нахуй ты не нужен. Ну да. Понятно, блять. Ну что сказать. Может, надо кому-то ДКшный. Я могу своим хапалом пойти. Разбойник, мах друид. Ну или 200-м локом. Ну такой, типа. Я бы... Давайте соберем нахуй всех самых еблановских чаров, нахуй. Не, ну а хули. Ебать ты летаешь. Ты же в крольце. Нихуя себе, бля. Нихуя себе, бля. Ебал по мне. У. Бля, у. Мне вспоминается на песня с тем буквой У. Я не хочу смотреть ее. Ты про песню Гена Букин? Нет, там другая. Чё у тебя происходит? Пояс. Я бегу нажимать кнопку. Жми. Жми, я жму. Не нажимайте эту кнопку. Ля. Она так манит меня. Чё, хэмку попробуем? Рано. Угу, две хэмки, Нихуя не понял, а что с телепортом? Да хули они уже... Мы начали. Беги, малышка, беги! Сбежали. Это разбейте змейков этим, меня. Хуя ветерок. Шалфир, ты че? Кто-то на пляже сидит и башит. Ой, сори. Забыл. Забыл окно закрыть. Чур я пиво. Пиво ты и без пива. Спасибо, друзья. А может и я пиво. А может мы все пиво. Не обвиняй слова. Я подсолнух поюсь. Ах,
Куча гитару. Красота, правда? Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Бля, даже посадить не успел. Нахуй вы дамажите так быстро? Чё, будто ты не прожал? Подожди, что такие? У меня стоит. Не стоит, не стоит. У тебя хорошо, слышно. Хорошо, стоит. Шумишь. Не стоит, не стоит. А ты откуда знаешь? Блядь. А я проверил, блядь. Потому что он не косифлис. Осуждаю. Что ты осуждаешь, Мартон? Просто осуждаю. Сыграйте больше в нижнюю. Туловище. Часть. Туловище в нижнюю часть. Сыграйте в голову играть сейчас. В нижнюю часть. Голову урон хэдшотами. Мы не в КСК, к сожалению. Телепорт галереи. Только не бейте большого стражника, там по стенке можно пойти. Там мы этот Транквил вернулся. Ой, не Транквил, а этот. Инкали. А. Вилания, перчатки кинь на ролл. Будем называть Калинка его. Хорошо, что не Калека. Все, тут у тебя ну, друид инвалид уже есть. То куда я пошел на поезд? Все же сиплы есть. Слово грибы есть. Рольте там... Да, на пиво есть. Руки, разбойник, ДК, маг, друид. Да, он джетки есть. Не, все же пожилой подсолнух. Нет, это сиплы. Ну, Вика Сичелес, правильно же? Катрица, лезь. Катрица, что, мне танчить, что ли? Да, в Мишку быстренько сейчас убьем. Еще одни руки там. Сейчас, секунду, задавайте. Пелси выиграл воин-охотник. Ну да, там больше ко мне надо. Хуя не вайп. Давай, лутера. Это тоже в Дафхэви делаем. В принципе, что спрашивают Дафхэви. Давайте скипнем этого мобу. Да. Он только долгий, блядь. Там по стенке можно обойти. Пройдите стенку и идите просто. Дай бог. В смысле, а своих убивать, это ж святое. Сова, скинь оперение, пожалуйста. Там еще два раза успеете. Я только ради этого выхожу в ульдуар. Я все жду, когда мордаута убью. А, скотина такая поганая. Ладно, хорошо, если ты же шип поспехнуть, подожди, я тебя... Моба, обходите по стеночке. Блин, ну сейчас, сейчас нормально, 55 минут мы уже на этом, на Велоксе или называется. Сейчас просто еще минуту Везекс. Две подождем. Так, для тех, кто не был здесь до этого босса, мы не бьем полторы-две минуты. Там просто три минуты. Что пару бьет ГП? Нет, нахуй. Там 3 минуты он собирается. А чё вообще с Герой, типа шанс дропа осколков выше? Да. Плюс добавляет процент
осколком с этого, с йога. Давайте полечим. Я не читаю. Нормально. Да все, типа, не контроль, типа просто убиваем. Поехали. Ну пошел фир, бля. Кто сало вешает? Маг, да? Маг вешает сало? Да. Неприверженец? Кузнецы есть? Ой, горники. Я тебя люблю сильно. Ну вот ролите. Ролите? Первые два по одной. Кидайте ролл. Лингрен, Вилания, Транквилл, Стелси. Че я? Я проиграл. Нету горки. Первую заберет Стелси, Транквилл. Вторую Транквилл. А че мы? Весь трэш, да, зачем? Да. Ладно. Я пока метки расставлю. Нихуя себе, блядь. Грибы. Он может. Думал, я на ДК, блядь, играю. Они их музолейте. Black Hole. О. Бейте, бейте её. Юлю не убейте. Бейте её. Да она не умирает. Стелси, иди собирай руду. Транквилл. Сюда. Нормально мне выкинуло. Все-таки летать научился, да? О, вы с легиону. Убейте его, пожалуйста! Убейте его! Кто бы дал ему, дядю, ебашьте его! Как пизда. Спасибо. Предлагаю кикнуть мордаунта. Заебал. Слишком жидкая хуйня. Я ждал этого 10. Мы пытались, но он был иммунный. Стоим.